музыкальную программу и снова знакомим вас с творчеством иркутских композиторов. В течение очень многих лет почетную и хлопотливую обязанность заместителя, председателя нашего композиторского союза выполнял Сергей Анатольевич Михайлов, находящийся сейчас в этом зале. Сергей Михайлов представил для сегодняшней программы два произведения. Первый из них «И некому молвить» на словах Осипа Мандельштама. Исполняет солист Иркутской филармонии Майдар Аюуш, партия фортепиано, заслуженный артист России Борис Изаксонов. Oh!